Друзья, всем привет! С вами магазин Indigo Baby. Меня зовут Татьяна. И я вам сегодня покажу две очень классные, идентичные коляски. Это будет Corella Unica, а это будет Rand Caspian. Обе коляски обновленные, обе коляски 23-го года. Просто поступает очень много от вас запросов в плане хорошей, качественной прогулочной коляски, но именно все сезоны, чтобы она была на крепкой раме, чтобы у нее было большое спальное место, не менее 90 сантиметров, да? Вот, чтобы она более-менее компактно складывалась и была по характеристикам, можно так сказать, идеально. Поэтому вот мы долго думали, но на самом деле мы остановились на вот этих вот двух моделях. Итак, смотрите, ребят, вот так вот вам покажу их в профиль. Вот, видите, они по высоте одинаковые. То есть глубина капюшона у них одинаковая. Колесная база у них тоже идет одинаковая. То есть по колесам они абсолютно одинаковые по размеру. В общем, две коляски очень хорошо управляются. Вот, ручки у них у обеих из эко-кожи. Вот, у обеих колясок очень такие хорошие, добротные ткани. Обе коляски идут с пропиткой от намокания, от выгорания. Вот, у них у обеих очень просторные посадочные места. Вот смотрите, 95 сантиметров. Это же просто королевское спальное место вот у колясок. Вот так вот, да, видно? Вот. Богатая комплектация идет у колясок. То есть у них и теплые чехольчики в комплекте. Чехлы очень такие вот прям теплые, хорошо закрывают коляски. Вот смотрите, например, вот здесь вот вариант вот так вот, да, закрывается. Вот. И вот у Каспии вот так же накрывается чехольчик и также хорошо закрывается вот таким вот образом. То есть у обеих колясок идут вот такие вот металлические дуги. Это, кстати, вот сейчас вот в этом году настолько уже доработали конструкторы колясок, то есть и поняли, что вот эта трубка металлическая, она на самом деле хорошо фиксирует капюшон, потому что разные бывают погодные условия, то есть ветер, не ветер и так далее. То есть здесь уже фиксация капюшона идет отличная, потому что есть металлическая трубка. Вот. Что касается по базе, они идут обе 58 сантиметров, то есть колесная база. Вот между колесами у них разница, вернее, расстояние идет 58 сантиметров. То есть, соответственно, коляски входят в любой лифт. Вот. Также у обеих есть проветривание вот такое вот на задней стеночке. То есть здесь открывается на летний период. И, соответственно, у этой коляски открывается точно так же на летний период. Здесь вот такая вот система. У обеих колясок, смотрите, есть спинки поднимаются в трех положениях. И фиксаторы у них также одинаковые идут. Здесь фиксатор поднимаете кверху, опускается спинка. И здесь фиксатор также поднимаете, опускается спинка. Корзинки у них тоже одинаковые. Вот, ребята, теперь смотрите, здесь пружинная идет подвеска, и здесь пружинная идет подвеска. Здесь регулировка идет жесткости. Вот, и здесь регулировка идет жесткости. Вот, поэтому вот мы вам предлагаем рассмотреть эти две модели. Вот, если вы в выборе всесезонные коляски с большими просторными спальными местами, вот, соответственно, с проходимыми колесами. Это будет Corella Unica и Rand Caspian. Вот. Так что, дорогие наши родители, приезжайте к нам в наш магазин. Они у нас, эти коляски, есть в наличии. Вы можете их сравнить, потрогать, пощупать, покатать. Соответственно, конечно же, выбрать ту самую свою любимую коляску. Вот. Также подписывайтесь на наш канал, задавайте ваши вопросы. Вот. Будем всегда рады вам ответить. Поэтому всем приятного просмотра и до новых встреч. Всем пока-пока.